Свое 60-летие вы встретили в Лефортово, будучи узником. За что самый вас... лучший способ встретить 60 лет. За что вас считаю, посадили? Что было бы довольно гнусно, если бы я сидел на своем собственном юбилее, там, знаете, вставали бы люди, там что-нибудь... С фальшивыми тостами. И лгали бы что-то. Вот он самый такой... Великий, гениальный. Прекрасный, великий, гениальный. А так все произошло просто и отлично. Сидит человек... Да. Одиночная камера? Нет, я сидел в это время. Ну, в одиночку людей не сажают. Это благо, на самом деле. Ну, в Лефортово цивилизованное, правда, условия более-менее? Цивилизованное, но оттуда вы можете уехать на пожизненную или вообще никогда. Цивилизованное, конечно. Но это по сравнению с Бутыркой, с крестами. Нет, это привилегия тех, кто может быть изолирован от общества навсегда, либо надолго. Вот там сидел Радуев, я сидел в 46-й камере, а надо мной прямо сидел Радуев. Ну и Радуев после этого отправился в Дагестан, где его судили, а потом на тот свет прямиком. Вы перестукивались с Радуевым? Я не перестукивался с Радуевым, но со мной сидел парень, который до этого сидел с ним. А я просил директора тюрьмы меня... посадить с Радуевым хотя бы на месяц. Вам был интересен как писатель? Мне было интересно, да, посидеть. Я говорю, я книгу напишу. Ну, мне интересно. Ну, а что, нет, это и есть. То есть, я не забывал, у меня у самого были статьи такие, что мало не покажется. 205-я, 208-я, 222-я, 280-я. Что это за статьи? Ну, 205-я – это терроризм. Те годы это было до 20 лет. А так вы террорист. А сейчас я нет. Меня оправдали по этой статье, да. И... 208-я, создание незаконных вооруженных формирований и так далее. Но я все равно, знаете, вот как бы пытливость и чувство интереса, они у меня не пропали. Я хотел сесть, писатель, посидеть с Радуевым, чтобы с ним поговорить. Интересно. В общем, будет. Если русский писатель не сидел, какой он к черту русский писатель, по вашему счету? Я бы даже еще добавил сюда, что если русский политик не сидел в 21 веке, то он вообще не и вякать-то не надо, пацан. И рот открывать, конечно. Сколько вам лет дали? Ну, мне дали 4, потому что только по 222 статье закупки оружия, а по всем остальным меня оправдали. А вообще прокурор запросил 14. Душа не ушла в пятки, когда вы услышали, что прокурор просит? Нет, как рассказывают ребята, соседи по камере, я пришел, рассказывал. Поел, они мне оставили борщ, там чего-то еще, поел, лег спать и захрапел. Крепкие нервы? Да, отлично, горжусь.